Ну что, дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня 31 мая 23 года, Краснодарский край. Я же как-то показывал вам этих коровок. Меня спрашивали, как их зовут. Ну, естественно, я спросил хозяйки, как их зовут. Это зовут Марта. Значит, она родилась в марте, правильно? Правильно. Просто, логично и четко. Да, Марта, рога у тебя красивые какие, да? Молочко даешь, ну умничка, молодец. Красавчики какие, да? Ну а эту зовут Зорька. Почему Зорька? Правильно, потому что утро рано родилась. Так мне хозяйка объяснила. И вот такая красавица Зорька. Зорька, ты не волнуйся, отдыхай, отдыхай. Вот слышите, кругом работают косилки, потому что трава прет, страшное дело. Дожди, конечно, в мае и в апреле. Это вообще, я даже не ожидал, что здесь так много дождей. Ну, это случайно, конечно. Но очень дождей много. Мы сами уже три раза косили траву, и она прет и прет и прет, ребята. Так что... Жизнь продолжается, все хорошо, цветочки люблю, сами знаете, обожаю эту красоту, желаю, чтобы вам все это нравилось, чтобы вы наблюдали за вот этим делом всем и любовались, и не брали дурного в голову, тяжелого в руки. Все, ребятчики, будьте здоровы, до встречи!